Всем привет! Рада видеть вас на своем канале, и сегодня я вам расскажу, как правильно делать дизайн пигментом, или как еще называют, втирка. На первый взгляд, это самые обычные блестки мелкого помола, которые разделяются на много видов. Это могут быть зеркальная втирка, хамелеон, голограмма, жемчужная втирка. Но принцип работы со всеми одинаковый. Самое важное в этом дизайне – получить не только красивый результат, а сделать его стойким. К примеру, если все сделать правильно, ваша втирка на ноготках будет вас радовать до 1 месяца. Выполняется дизайн очень просто. После того, как мы наносим базу на ноготь, покрываем его гель-лаком. Цвет может быть абсолютно любой, но на черном и белом дизайн смотрится особенно эффектно. После того, как мы высушили ноготь, мы покрываем его топом без липкого слоя и обратно отправляем в лампу. Далее начинаем втирать пигмент с помощью аппликатора для теней. Кому-то удобно втирать просто пальцем. Вот один маленький секрет. Для того, чтобы получить красивый результат, мы втираем пигмент в горячий топ сразу после того, как мы достали из лампы. Проходим по всей ногтевой пластине, особенно в зоне под кутикулой и возле ногтевых пазухов. Полируем, добавляем абсолютной зеркальности. С помощью веерной кисти легкими движениями убираем излишки блесток, на ноготке не должно ничего остаться. И еще один секретик, чтобы втирка оставалась радовать вас надолго, проходим слегка пилкой по торцам, и после того, как мы уберем пыль, дополнительно обрабатываем торцы бескислотным праймером. Теперь осталось закрепить результат. Нам понадобится топ с липким слоем. Покрываем дважды ноготь и обязательно запечатываем торцы ноготка. И после того, когда мы хорошо просушили в лампе, можем радоваться нашим результатам. Если работать втиркой так, как я вам показала в видео, она будет радовать вас до 1 месяца. Вот такую красоту можно получить с помощью пигментов. Всем спасибо за просмотр, и если вам понравилось, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.